Награды в этот день получали не только профессиональные спасатели. МЧС вручила благодарственное письмо от имени главы Карелии жителю Кондобоги Сергею Панфилову, который этой зимой спас ветерана афганской войны. В январе Сергею сообщили о том, что в лесу нашли замерзшего мужчину. Кондопожанин в тот же день собирался на рыбалку на снегоходе и вызвался довести замерзшего ветерана афганской кампании на дорогу к машине скорой помощи. К тому моменту мужчина уже обморозил ноги, не мог шевелиться и разговаривать. Была плохая ледовая снежная ситуация на озере. Пришлось Сергея Мелехова, афганца, тащить на себе несколько метров 150, наверное, вдвоем. Еще подошел мой напарник Александр Викторович Лаврентьев, участник ликвидации Чернобыльской аварии. И вот помогли, положили его на санки. Я поднял там и скорую, и милицию, и МЧС. В итоге мужчину удалось спасти.